Как вам развозжаев в новом фильме? Ну, трагическая ситуация. Видно, что страшные вещи происходят с людьми, когда они сидят. Видимо, ему сидится плохо, тяжело. Видимо, ему, конечно, хочется выйти. И в этой связи, по всей видимости, он готов говорить что угодно. Свободу! Свободу! Политзаключенным! Человеку досталось, наверное, из всех болотных узников больше всех. Вся история, начиная с похищениями, с пытками, с его пропажей в последние 3 месяца, когда родственники не могли его найти, не знали его местонахождения. Конечно, это все вызывает только сочувствие. А как действуют наши власти, тут, в этой стране все знают, что они с ним сделали, почему так он высказывался таким образом. Я считаю, что это его личное дело. Чувства к нему только одни – сочувствие и пожелание скорейшего освобождения. Больше никаких. Понимаете, ну, Леонид Воробьев, он не самый сильный человек. Он не самый принципиальный боец. Да, конечно, ему хочется уйти по УДО, наверное. Но, понимаете, но при этом он ничего такого не сказал, что нужно было бы там кричать, хвататься за голову, кричать, что он всех предал, продал и так далее, так далее. Ничего такого ведь не было. На самом деле, то, что он говорил на суде. И поэтому, он остается, безусловно, в том же статусе политзаключенного. Да, его использовали, конечно, да, конечно, может быть, человек покрепче не дал бы себя использовать, но... Вы понимаете, ну это живые люди, и в настоящих тяжелейших обстоятельствах, а сказать, что вот он при этом всех сдал, продал и предал, это нельзя, это будет просто вранье, будет просто ложь.